Поверьте, очень многие люди страдают от того, что они хотят быть хорошими. То есть они хотят другим людям нравиться, делать им приятное. Почему? Потому что они, с одной стороны, опасаются, что будут как бы исторгнуты, если они будут недостаточно хорошими. То есть с ним их как бы выкинут за пределы там некого социального круга, который кажется человеку важным. Или же, если у него есть ощущение, что недостаточно хороший, он не заслужит чего-то, что ему кажется очень важным. На самом деле это работа социального инстинкта, который в значительной степени определяет всю нашу жизнь. И для многих это становится причиной бесконечных невротизаций. И вот я помню, я в «Красной таблетке» специально пытался донести эту мысль, и надеюсь, у меня это получилось, когда я рассказывал про то, что наш социальный инстинкт приводит к тому, что мы сами себя переигрываем. И нам нужно тренировать в себе способность к метасознанию для того, чтобы увидеть, что мы делаем на самом деле. То есть делаем ли мы что-то, что помогает нам действительно упрочить свое социальное состояние, или мы просто пытаемся кого-то подкупить и на самом деле ставим себя все более и более зависимое положение, от которого будем страдать, потом начислим друг другу долги, про которые я тоже в «Красной таблетке» рассказываю, и будем мучиться.